Здравствуйте, три замершие беременности при двурогой седловидной матке. 39 лет, детей нет. С чего начать? Здесь может быть один вариант, или двурогая, или седловидная. То есть это степени как бы, да, аномальной строения матки. Седловидная – это меньшая чуть степень, двурогая – это совсем другое, да, это когда прям два рога таких. А вот седловидная матка, наступление беременности и вынашивание беременности никак вообще не мешает. Двурогая, да, вот на ранних сроках тоже обычно не мешает. То есть, скорее всего, есть какие-то другие факторы. Если, допустим, есть перегородка внутриматочная, да, то это корректируется удалением хирургической перегородки. Да, вот нужно точно разобраться, какая именно аномалия у вас. И так как три замершие беременности, то очень возможно, очень вероятно, что существуют какие-то еще другие факторы, которые мешают нормальному течению беременности. Поэтому вы тоже можете, да, тоже опять же зову вас на консультацию к нам. Почему к нам, да, например, а не на месте? Потому что, к сожалению, доктора часто на местах и в Москве тоже не всегда имеют возможности даже, чаще всего желания, да, и возможности, не всегда имеют возможности разбираться, почему это происходит. У нас и опыт огромный в плане диагностики, да, вот и ведения развивающейся беременности, бесплодия. И, с другой стороны, лабораторные наши возможности огромны. То есть мы имеем возможность быстро в лаборатории вводить те анализы новые, которые нам нужны. И из старых тоже анализов у нас, те, которые уже много лет, это достаточно некоторые из анализов не так уж распространены, да, там в лабораториях других, а они как раз показывают более тонко, почему могут происходить неразвивающиеся беременности или бесплодие. Поэтому я очень зову вас именно к нам для обследования и выявления причин, почему так все происходит.